начинается с войны и мира. В первую очередь она начинается с того, что есть добро и зло, что такое добро и зло. Ну, как бы, что есть хорошие вещи, что есть плохие вещи. Смотрите, кауравы и мандавы, они все изучали кау. И они изучали все адраначари, как бы с этого истории, ну, там, начинается в этот момент. Они все одинаково учились, да? Но однако же, допустим, кауравы не поняли, что есть хорошие вещи, что есть добро и что есть зло. Поэтому возникла вот эта история войны. Получается, они же изначально, не знаю, вот рождение из этого шара, Если он Бог. It is his big deal.
но... Это большой театр? Our body is the outer form. Когда наше тело, наша форма. In this outer form, we have to think what this outer form wants. И мы думаем, что эта форма хочет, вот как бы о нашем теле, мы думаем, что эта форма хочет. If you want good things, you look at the body like blue. Если вы хотите хороших вещей, смотрите на свое тело. If you want power from this, you look at this body and say, power. Если вы хотите силу от этой формы, посмотрите на свое тело и думайте, оно сильное. All these ideas have duality. Все эти идеи дуальны, имеют дуальность. So you have to accept it with its duality. И вы должны это принять дуальность. Вы их должны принять с этой дуальностью. So I told Mr. Maxim about the asura who objected the body. Вот мы в кафе говорили о асурах, которые как бы очень зациклены на своем теле. So the gods created a woman, means the gods created a new body. Бог создал женщину, то есть Бог создал новое тело. And this goddess, when she killed the asura. Когда она убила Асуру, вот эта женщина убила Асуру. Да, Асура started chanting мантрас. Тот, кто вот вышел оттуда, он начал читать мантру. And songs of this goddess. Он стал читать мантру, петь песни, почитать дуру. And this goddess asked, who are you? И тогда она спросила, кто ты? And he said, I am your dearest. И он ответил, я как бы твой поклонник. I became spoiled because of my ego. Я стал как бы развращенным, потому что у меня большое эго. Я стал вот этим асуром, которого она убила. Понятно? Потому что у меня очень сильно возросло эго. I did not realize you. Я не мог тебя осознать, Ирина. And God said, okay. И тогда она сказала, хорошо. So this program is good. Очень хорошо. If anybody in this world adore me, they have to adore me together with you. Если кто-то хочет принять меня, они должны принять меня вместе с тобой. Or I will not bless them. Или я не благословлю их. This is the duality. Это дуальность. Why? Почему? If there is no enemy, there is no war. Если нет врагов, нет войны. Okay. In Bible there is a story. В Библии есть история. This militia, Georgi, killed the dragon. Когда Георгий убивает дракона. And dragon said. Дракон говорит. Аллилуйя. Аллилуйя. Георгий said, who are you? Георгий удивляется, спрашивает, кто ты? I am your other part. Дракон отвечает, я твоя другая часть. Good. So everybody pray to me. Do
Look, Arjuna was going to finish the war. Arjuna хотел закончить войну. And Krishna said, now chant the mantra of Durga and Mahishasura. И тогда ему Кришна сказал, в этот момент, когда у Арджуны возникли сомнения, читай.